Приветствую, друзья. Очень много разных мнений пишут, во сколько надо просыпаться, во сколько надо ложиться. Но, друзья, если исходить из того, что свет в глазах смотрящего, стало быть, надо просыпаться тогда, когда ты уже можешь смотреть. Как художник, как поэт, высыпаться, потому что вот этот час пробуждения твой, это час рассвета твоего. Не по внешним обстоятельствам, а потому, как твоя природа происходит. Потому что слушаться надо, как говорится, Бога, а не людей, которые тебя учат, каждый во что горазд. Вот я тут несколько строчек написал специально, чтобы вам прочесть. Свет в глазах смотрящего, поэтому просыпаться надо с рассветом. Это когда в голове рассвет. Это так называемый час поэта, когда в душе уже хочется петь. Потому что критерий для пробуждения – это полнота сил. Тут священник от Бога, и врач от Бога, и учитель от Бога, и психолог от Бога. Кто знает, что ты человек, когда ты художник, когда ты поэт, значит, силы в тебе уже есть. Часть поэта – часть человека. И первый страх, и первая любовь, и первая победа над собой – все познается лишь в сравнении, когда ты выспался, а не встаешь в недоумении. Девочки старательные, прилежные, а мальчики должны быть думающие. Поэтому нечего трансливо друг другу чьи-то чужие советы, которые вы где-то прочитали, когда надо ложиться и когда надо вставать. Надо ложиться и вставать по внутреннему ощущению. А внутреннее ощущение у вас появляется при тренировке с нулевым состоянием, в котором нет страха, шаблонов, авторитетов, в котором вы на самом деле в безмятежности. Во-первых, накапливаете силы, лучше потом спите, естественно, потому что там автоматически снимается стресс. И открывается ваш внутренний природный компас вашей интуиции. До встречи, друзья, у нас ликбез завтра в 20 часов. Читайте под роликом, ставьте лайки, как говорится, пишите свои мнения. Комментарии принимаются любые. Чем больше негативных, тем больше задуматься мне над ответами, потому что мы ничьи негативные комменты никогда не стираем. В этом традиция нашей школы. Пишите, друзья, вместе мы сила. И высыпайтесь обязательно.